Добрый день, с вами художественная школа Империя Пикчер. Сегодня я покажу вам, как нарисовать хорька простым карандашом. А если вас интересует тема рисования, то внизу по ссылочке в описании вы найдете множество других онлайн-курсов и наше заочное обучение. Заходите, обучайтесь вместе с нами. Мы начинаем рисовать хорька с двух кружочков. Маленький кружок – это голова, справа чуть ниже, большой кружок – это тело. Далее мы их соединили и рисуем две лапки, тоже такие овальчики и немножечко уходящие в тело. Теперь добавляем хвостик и делим голову пополам, именно кружочек головы. Далее на этой полосочке рисуем носик, ротик, глазки и ушки с правой и с левой стороны. Старайтесь, чтобы все это было симметрично. Ну и после того, как вы закомпоновали, мы начинаем простраивать и прорисовывать хорька более качественно. Убедитесь, что снизу расстояние больше, чем сверху, что ему комфортно, не тесно в листе, что он не сильно маленький, то есть нужно найти ту самую золотую середину, гармонию. И потихонечку начинаем прорисовывать контур нашего хорька. Лапкам добавляем по 3 пальчика, соединяем большой кружочек с хвостиком. Хвостик немножко такой кривой у нас. Ну и задняя ножка тоже с 3 пальчиками. 1 пальчик, пяточка, 2 и 3. Также добавляем коготочки на наш носик. Отделяем голову и прорисовываем более качественно нос. 1 глаз и 2 глаз. Ну что, в принципе, все. Убираем все внутренние линии построения и компоновочки. Ну и наш хорек практически готов, да, по рисунку. Теперь самое время набрать тон. Ну, это, наверное, будет самое такое сложное. Смотрите, тон нужно набирать не сильно темно, но очень плотно. Здесь вы можете использовать направление штриха в любую сторону. Посмотрите, то есть я в одну сторону проштриховываю, во вторую, в третью, то есть переплетаю наши штрихи в разные стороны для того, чтобы они плотно легли. То есть нам не нужно показывать направление штриха, нам с вами необходимо проштриховать просто хорошую плотную подложку, такую растушевочного типа, то есть без явно выделенных штрихов. Вот, собственно, это мы с вами и делаем. Плюс на этом этапе мы убираем контур. То есть вот этот контур, который мы с вами рисовали, нам необходимо расштриховать плавненько в самого хорька. Вот, собственно, это я и делаю. Краешек делаю потемнее и плавненько расштриховываю к центру хорька. То есть делаем плавный такой переход. На голове то же самое. Точно так же голову надо пройти, прям бледненько. Но края, там, где у нас контур, конечно же, мы расштриховываем, чтобы никаких обводочек у нас не было. Так, ну что, вот такая вот у меня получилась подложка у хорька. Теперь мы начинаем работать с тоном, то есть находить более темные места. Например, первое темное место у нас будет под головой. Мы отделяем голову и под головой делаем хорошую тень. Прям такую насыщенную. Далее ушки в серединке. Мы тоже затемняем верхнюю часть головы, также затемняем. Здесь я уже стараюсь штриховать по форме шерсти, то есть точно так, как растет шерсть, дабы подчеркивать текстуру нашей шерсти. Над носом делаем вот такие вот две симметричные дуги из штриховки. Это такие пятнышки на глазах, то есть цвет шерсти у хорька. Здесь отделяем ножку с правой стороны и от этой ножки немножко тоже затемняем, но я уже затемняю вдоль роста шерсти. Проходим, спинку делаем потемней, хвостик потемней, ножку, пяточку, пальчики, все, что там лишнее, подтирайте, чтобы нам не мешало. Делаем небольшую такие полосочки еще на передней лапе. Аккуратненько это все проходим. Снизу тоже. Ну и вообще низ хорька должен быть у нас, конечно же, чуть-чуть потемнее, потому что мы знаем, что есть источник освещения, он находится сверху. Так, ну что, основной тон набран. Подложку сделали, теперь берем карандаш мягкий, у меня это 4М, можно взять любой мягкости, 2B, просто B или M, без разницы, M и B это одно и то же.
И уже более темным цветом мы начинаем все прорисовывать более детально. Я нарисовала глазки, нарисовала этот узор более темный, нос прорисовываем, делаем ноздри хорошие, делаем серединку на носу, ротик подчеркиваем, подчеркиваем голову, добавляем темные-темные тени под головой. Сразу посмотрите, как хорек начинает оживать. HB карандашом нам и приходилось очень сильно надавливать, а мягким карандашом здесь много усилий не приходится тратить. А теперь маленькими такими штрихами мы работаем по форме шерсти. Также делаем край такой более темный. Посмотрите, прям маленькими-маленькими штрихами. Здесь такая работа длительная, ну как длительная, достаточно, да? Я ее, получается, нарисовала за 19 минут, ну за 20, грубо говоря. Вот. Ну, вам, возможно, потребуется побольше времени. Теперь смотрите, пальчики я отделяю. Тот пальчик, который дальше, он всегда будет чуть темнее того, который ближе к нам. Спинку прям штрихами делаем, такими штрихами маленькими-маленькими, как текстура шерсти. Ну и потихонечку в само тело уводим. То есть затемнили край и плавненько свели. И теперь на теле делаем тоже штрихи. Вот прям смотрите, я делаю, только обязательно без петель. То есть, чтобы отдельный штрих, как одна ровная линия, без вот таких вот закорючек на концах. Иначе у вас будет не шерсть такая остренькая, аккуратная, а просто, не знаю, мешковина какая-нибудь. Хвостик точно так же. Вот как раз-таки на хвосте очень хорошо понятно, как нужно штриховать по форме, то есть по текстуре. Вот таким образом. Ну и теперь нам тело нужно все пройти, тоже такое текстурное. Животик сделали с мелкими такими текстурными штрихами. Затемняем, затемняем, лапку выделяем. И на лапке тоже добавляем штрихи. Вот прям по форме переплетаем друг с другом. Делаем тени, отделяем ножку, пяточку потемней. Замечательно. Хорошую заднюю лапку, прям темную делаем. Такую же почти, как и переднюю. Оставляем свет, остальное все затемняем. Коготочки, шерсть снизу. Угу. Под хвостиком. Так, ну что, в принципе, мне хорек уже нравится. Добавляем усики. Чуть-чуть еще все-таки пройдем тело. Немножко больше добавим шерсти на тело. Вот так. Замечательно. Ну и вот у нас уже получился такой хороший пушистый хорек. Подчищаем весь фон, убираем всю грязь. И, в принципе, наш хорек готов. Посмотрите, какой красавчик. Быстро, качественно и замечательно. Работу подписываем. Если вдруг вы нарисовали данного хорька, обязательно пришлите мне его в Instagram Imperia Picture Online. И на этом я прощаюсь с вами. До свидания, друзья. До новых встреч. Рисуйте вместе с нами. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. А также я жду вас на нашем заочном обучении. Всем пока!